Привет всем! Я нашла две газеты, старые газеты итальянские. Эти газеты, выпуск 39 года. Милан, четверг, 24 августа, 39 год. Утренний выпуск. Corriere della Sera. Вторая газета. Il Popolo d'Italia. Основатель Бенито Муссолини. Четверг, 24 августа, 39 год. Думаю, что эти две газеты могут быть интересными молодым людям, которые занимаются изучением истории. Немножечко сделаю небольшой перевод, быстренько, занимающий мало времени. Скорейшее завершение московских переговоров. Подписан советско-немецкий пакт подписания. Гитлер ответит на сообщение английского правительства. И вот это весь текст, конечно, переводить не буду. Но если будут желающие, если хотят иметь эту информацию, каким-то образом можно будет отпечатать и, наверное, каким-то образом переслать желающему человеку, не знаю. Если мне будут писать в комментариях, конечно. И календарь режима. И календарь немецкого режима, фашистского режима. Это вот одна газета, и вот вторая. Мы пройдем сюда. Так. Пакт между Германией и Россией подписан вчера в присутствии Сталина. Так. Еще одна статья. Подписание соглашения. В этой газете также есть календарь режима. Постараюсь медленно показать, что таким образом, может быть, кому интересно, хотя бы успеют что-либо отметить для себя. Пишите в комментариях. Пишите. Я отвечу каждому. Так, еще раз вернемся к первой газете. Сверху донизу. Перевод может сделать каждый. Сейчас есть переводчики в интернете. Поближе подведу. Пишите, подписывайтесь на мой канал. Буду рада. Пока всем.